Всем привет, всех обнял, приподнял, покружил, с вами Иллинойс, и я начинаю проходить игру Nowhere House, что в переводе означает «дом нигде». Вроде бы так. Эта игрушка у нас от разработчика «Девушки в окне». Ее я прошел совсем недавно у себя на канале, она такая коротенькая, и по стилистике очень похожа на серию игр «Расти». Эта игра также в такой же стилистике, и давайте посмотрим, что она из себя представляет. Так, нажимаем «Новая игра». Да, хочу начать новую игру, это проверял эту игру на работоспособность, а то бывает так. Игру установишь, запускаешь, а она не хочет работать. Давным-давно в городе скрытом жила ведьма. Местные жители выследили ее и поймали, но в день своего суда она наложила проклятие на город. «Вы больше никогда меня не увидите, но я всегда останусь с вами. Я заберу душу каждого, кто приблизится к моему дому». Сказав это, она загадочным образом исчезла, и больше никто ее не видел. Ее дом стоит на вершине холма по сей день. Ходят слухи, что люди, которые вошли в этот дом, исчезли. Хотя некоторые утверждают, что это просто старый и пустой дом. Трое друзей из города решили зайти и проверить, насколько правдива легенда. Так, это уже мне чем-то напоминает фильм «Зловещие мертвецы». Но происходит что-то странное. Бранну и Лауриэль кажется, что это пустой дом. Только Адрия видит дом полный старых вещей. И сразу же остается одна. Ее друзья исчезли. Мне это не нравится. Мне лучше выбраться отсюда. Что это? Я не могу пройти через это. Мне нужно найти другой выход. Так, ну все, да? Приступаем к игре. Давайте осмотримся, посмотрим, что где можно что ткнуть. Оттуда нет выхода. Где что можно подобрать? Так, заперто. Здесь у нас что? Ага. Что-то полезное. Ладно, разбираемся дальше. Ясно, понятно. Окей. Будем искать код. Не, конечно, можно посидеть вот, над этим замком, потратить там энное количество часов и просто его банальным перебором вскрыть. Но какое там энное количество часов? Тут же много символов, да? Да, тут, конечно, перебирать можно очень долго. Так, ладно. Смотрим, что у нас здесь. У нас здесь часы с вами. Это сколько у нас? 7:30 времени. Хорошо. Часы больше ничего не нажимаются, да? Здесь у нас дверь закрыта. Ясно. Так, эта дверь открывается. Ну, мы пока туда не пойдем. Мы сначала здесь все осмотрим. Так, ничего. Ага. Я ее помню. Я видела ее сегодня днем на площади. Она привлекла мое внимание. И я подошла ближе. Адрия! Но я сразу же ушла. Интересно, кто это? И почему ее портрет висит здесь? Ой. Прям напугали. Посмотрите. Это там что, этот маньяк из фильма «Крик» был?
Так, смотрим, что у нас здесь. Что можем нажать? Ага, понятно. Камня у нас такого нет. Что-нибудь двинуть, передвинуть, сдвинуть. Можем, не можем. Не можем. Так, окей. Это у нас тут навесной очередной замок. Да. Скрыть пока что нет возможности. Дальше, что у нас здесь? Это дымоход. Что-нибудь нажимается здесь? Камни какие-нибудь вытаскиваются? Нет, камни никакие не вытаскиваются. А, так, это здесь мы... Ага, ну зайдем сюда, в эту дверцу. Что у нас тут? Заперто. Заперто. Так, это у нас... Что тут? Воды нет. Ясно, понятно. Опа-ля, какие-то глаза. Один глазик можно взять с собой, не? Нет. Ага, взяли. Что мы взяли? Нет батареек. Понятно. Хорошо. Так. Это мне напоминает вот что. Да-да-да-да-да-да-да. Большая колба здесь. Это так. Что-то. Красная большая сюда. Мелкая сюда. А. Вот что. Отлично. И берем мы с вами ключ. Так, эту тряпочку ты взять не хочешь, да, никак? Гарри Поттер! Верни метлу! Куда потащил? Вернул обратно. Мне метла, может быть, пригодится еще. Окей, так. Что нам надо сейчас сделать? А, дверь красная. Отлично. Так, здесь у нас что? Смотрим. Музыка. Камин. Он застрял, петли заржавели. Так, это мы не знаем, что. Книги нажимаются. Опа, что-то взяли. Смотреть. Камилла. Пабло. Алехандро. Хуан Мануэль. Хуан Мануэль, Алехандро, Камила, Пабло. Пока что непонятно, для чего это нам. Что-нибудь взять можем? Нет, ничего не можем взять. Тут у нас что? Замочек. Не знаем, что с ним делать. Тут у нас что? Такой замок, да? Ну, я не так пока что не натыкался. Может быть, что-то еще здесь долистать можно, да? Нет, все уже. Так, ладно. Разбираемся дальше. Тут у нас что? Опа, батарейки. Так, батарейки, я так понимаю, сюда надо прилепить. Смотреть. Я понял. Все, понял. Там играет музычка. Эту музычку надо нам запихнуть с вами в камин. Что сейчас и сделаем. Так. Тут что-то интересное. Опа-ля, какой-то знак. Что он нам дает, непонятно. Так, это что у нас такое? Это крестики-нолики, тоже непонятно.
Непонятно, для чего нам эта музыка. Пока что не ясно. Музыку поставил я свою. Сразу хочу сказать, эта музыка не из игры. Потому что тут я в одной игре наткнулся на то, что тоже на квест. И там такая легкий такой эмбиент играл на фоне. Думал, ну все нормально, все. Игру залил, а оказалось, что там игра защищена авторским правом. Так, взяли радио. Правильно же, не? Воу-воу-воу-воу-воу. Слушай, рука, стой. Давай, можно тебя схватить как-то, и чтобы ты меня вытащил отсюда, скелет? Так. Вот эти крестики-нолики как раз вот там у нас на стене. Ну, не крестики-нолики. Ну, это как его называют? Форма для игры. Ну окей, подождите, у меня тут секундочка, такая мысля. А часы поменялись, да? Другое время показывают. Я просто думал, может быть, время вбить в тот замок с цифрами. Ну, давайте попробуем. А сколько здесь получается у нас? 16:53. Ну, как всегда, обычно, знаете, мои идеи, они... Не всегда срабатывают, но надо попробовать. Не. А может 0,4? Нет, не то, абсолютно, да? Интересно. О, другое время. Ну давайте вобьем его. Ой, 0,8. Так, подождите. 07 09 07 40 45 19 45. Ну давайте посмотрим. Как-то я не пойму. 19. Не то. Так, окей, надо искать тогда. Восемьдесят один шестьдесят три, может быть, такой вариант. Ну просто там была похожая мелодия с нашим радио. Так, что там я? Еще раз смотрю. 81-63.
Интересно, интересно. Не, не то. Так. Ну и все, я в ступоре. Я даже не могу придумать, а что делать-то? Вот это как совпадает с этим? Эти символы я видел возле двери там. Шкаф стоит. Да. Давайте 10. Я не знаю, а зачем эти часы? Может быть, так вот под 10:35 получается. Давайте 10:35. Чего? А? Чего? Что, 10:30? Я не понял. Чего, 10:30? А каким боком-то? Я вообще не понял. Прикол. А какие 10:30 там? Там 10:35. Ну, ты... А, да. Я вообще не понял. Откуда это? Да, значит, может, там часы даже никак не связаны, может быть. Это просто я случайным перебором ты это все сделал. Так. Да, капец какой-то. Так, окей. А дальше что делать-то? 10:30. Не знаю. Так, подожди, я даже это... Потерялся немножко. Надо посмотреть, что мы тут получили. Мы взяли желтый ключ. И что у нас? Деревянное колесо с символами. А куда это деревянное колесо с символами можно приделать? Желтый ключ не подходит сюда. Так. Куда-нибудь сунуться мы можем? Еще. Дверь закрыта. Здесь... Ничего нет интересного. Секундочку. Тут же у нас... Да, вот. Вот. Одну фигуру мы знаем. Она лежит... Нарисована в шкафчике. Вот такая, по-моему, фигура. А где остальные искать? А желтый ключ сюда не подойдет? Нет, заржавел. А. Интересно, интересно. Так, опять начинать надо будет заниматься сейчас пиксели-хантингом. Желтый ключ. Может быть, да нет, бред вообще будет сюда пытаться подпихнуть. Не знаю. Ребят, ну все, я сейчас просто в ступор загнался. Я даже не могу придумать. Я не понимаю вот это взаимосвязь там какая-то вот с этими перечеркнутыми четверками. Ладно, буду разбираться. Можно, конечно... Кстати, здесь же есть какая-то подсказка. Давайте, может быть, попробую подсказкой воспользоваться. Хотел я сам допереть до этого. Да, глянем, как они вообще здесь подсказки реализованы.
Нужна помощь. Чтобы получить помощь, вы должны увидеть видеообъявление. Посмотрите видеообъявление, получите... Так, если вы хотите... Не хотите... Ага, вернуться к игре. Ну, давайте посмотрим видеообъявление. Просто ради интереса. Просто я сейчас пока не допонимаю, перечеркнуты эти линии. Так, получили подсказку. Ну, вот она, да. Мелодия совпадает с... Мелодия на в радио. И что? А и что это мне дает-то? Ну, 80-63, да. А что это дает мне? Секунду, подождите. 81-63. Не понимаю. Вообще не понимаю. Так, а еще разочек можно подсказочку? Давайте глянем. Может быть, что-то натолкнут меня откуда-нибудь дальше. 81, 60... Как накрутили-то! Я понял. 81-63. Потом что получается? 1, 2... Вот такой вот значок. Потом... Такой... Попробовать надо. Ну-ка. А, я бы не догадался. Вот реально не догадался. Для меня... сложное было бы такое решение. Так, а где этот сейф-то? А, вот он. Ну-ка, посмотрим, правильно ли я... Так, 81. Да, все, я понял. Разгадали мы это дело. Здесь мы видим чеснок, здесь непонятно, что это такое. Ну и взять этого не мы не... Подождите, а. Куда-нибудь сюда воткнуть. Не срабатывает ничего пока что, не пойму. Так, ребят, ну на этом я серию закончу. Думаю. Да. Сложно было догадаться до такого. Ну да, все правильно, начал думать, что радио там совпадает, это с чем-то там, волна совпадает с этими цифрами, но вот именно что туда их применить, эти цифры, я до этого не догадался бы. Ой, так, ну здесь этот механизм не работает. Ладно, это уже в следующий раз, надо будет вас будет проходить все-таки, если что, с подсказками, потому что, ну, для этого они здесь сделаны, чтобы ты посмотрел рекламу и копеечка ушла к разработчикам. Ребят, если вам понравилось видео, то ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите ваши комментарии. С вами был Иллинойс и игра Nowhere House. Всем пока!